Всем привет! Хочу оставить свой видеоотзыв о своей покупке из интернет-магазина Nomi24. Это камуфлирующая база Oxy, она идет с шиммером. У меня номер 8. И покажу поближе. Вот так вот красивенько она переливается. Здесь такой телесно-розовый оттеночек, очень хорошо для френча. Классная штучка, то есть покрыли базы, прорисовали линию улыбочки, топом покрыли и все, и френч готов. И покажу, какая консистенция, как наносится. То есть очень классная штучка, гель-лак не нужен, то есть взял, покрыл себе сверху топом и все, и красивый маникюрчик готов. Намного быстрее. Такая тягучая. И покажу, как наносится. Она густая, можно выравнивать ногтевую пластинку. На типсу я покрываю просто. Некоторые мастера выравнивают, некоторые просто покрывают базой. Здесь она у меня в один слой, на образце она у меня в два слоя, то есть два более насыщенные, в один более нежный. Там уже смотреть и выбирать, кому как больше нравится. И отправляю в лампу. Итак, прошло время. В один слой, в два слоя. И сейчас я еще покажу номер 10 и номер 9 для сравнения. Так, это у нас идет номер 8. Это у нас идет номер 9. 9 идет с золотым шиммером. И покажу номер 10. Цвет 9 и 10 похожи, но здесь получается в 10 идет серебро, здесь идет золото. Мне все цвета безумно нравятся, очень красиво и значительно сокращает время. Я рекомендую попробовать вот такой вот совет обязательно. Все, кто пользуется Oxy, знают, что здесь всегда хорошее качество. И здесь в базе оно остается таким же неотменным, как и в гель-лаках, как и в обычных базах и топах. Вот такая красота. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео помогло определиться вам с цветом. Всем пока!